Минске состоялся традиционный яркий новогодний праздник «Олимпийская елка». Мероприятие организовал Национальный олимпийский комитет. На красочное представление были приглашены более 500 ребят, среди которых дети и внуки чемпионов и призеров Олимпийских игр, ветеранов спорта, представителей спортивных организаций со всех регионов нашей страны. В этот раз мы решили немножко изменить и место, и сам формат мероприятия. Я уверен, что вам это очень понравится, и вы это по достоинству оцените. Никто из нашего праздника не уйдет без подарков, а некоторым даже получится и побольше. В этом году Олимпийский комитет предложил гостям новый современный интерактивный формат праздника под названием «Новогодние приключения на фабрике Деда Мороза». Нашими фишками стало использование современных технологий. Наш формат – это интерактив. То есть для нас было главное не просто сделать какой-то новогодний спектакль, чтобы дети посидели, посмотрели и пошли по домам. А нам было интересно сделать так, чтобы дети сами стали главными героями нашей сказки. Мы впервые на таком мероприятии, и хочу сказать, что это очень масштабное мероприятие. Интересно не только деткам, но и взрослым. Заставили поверить взрослых в чудо. Национальный олимпийский комитет ежегодно участвует в благотворительной акции «Наши дети». На сей раз на праздник приехали ребята из 6 городов страны, в которых в этом году состоялся культурно-спортивный фестиваль «В итоге Крок до Олимпу». В основном дарим спортивный инвентарь. Вот сейчас каждый детский дом получит. В прошлом году получил по теннисному столу. В этом году попросили спортинвентарь, велосипеды, лыжи, роликовые коньки. Мы, конечно же, с удовольствием откликнулись на это и подарили им этот спортивный инвентарь. Настроение прекрасное, канун Нового года. Все улыбаются, все красивые, приятно видеть, приятно встретиться. Прекрасная здесь елка, олимпийская всегда. Мы с удовольствием приходим, с удовольствием дети наблюдают и это мероприятие. Кроме того, абсолютно всем достались сладкие подарки, а также новый номер олимпийского журнала «Team By». Окунулись в сказку, а мы окунулись в детство, потому что то, что здесь, у меня вспоминается детство, а то, что вот такие кнопочек приводим маленькие, им все нравится, они так, глазенки большие, много зверюшек, которые ходят. Ну тут очень интересные квесты, очень прикольная елка, фотозона хорошая. Ну, мне очень нравится. Ребята и их родители стали непосредственными участниками праздничного шоу с играми, квестами, танцами, новогодними хороводами. В двух словах, праздник удался. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Здоровья, берегите себя и верьте только в лучшее и позитивное. Всем добра и светлого благополучия. Надежды и веры, что у нас все будет хорошо. Любить и быть любимыми. Счастья, здоровья. И желаю, чтобы все было хорошо.